Победа – это великий подвиг всех тех, кто принимал участие в боях, стоял на защите своего отечества. Моя бабушка родилась в окопе во время освобождения территории, где жила их семья. Мои прадеды сражались за жизнь и свободу человечества, за мирное небо над нами. Они подарили жизнь мне и всей моей семье. Победа в Великой Отечественной войне принесла сокрушительный удар над фашизмом. И для меня победа – это отрада, гордость за свою родину и свою семью. Это жизнь, то, что свято, то, что навсегда в моем сердце, в моих мыслях.